satabilirsin. Она же зеленая, она выглядит как медуза, которую в прошлом году выбросила на берег моря. Да ладно, ты же любишь биологию, это твой любимый предмет. А при чем здесь давай. Биология? Ее разнесет, как парусник. Ну ладно, ничего не будет от того раза. Один, два, три, вчера был торт, позавчера мороженое. Она не влезет в лифт, она будет падать. Она живет на втором этаже, пройдет пешком один этаж. Давай, возьми. Должна. Нет, не руки! Не бери! Возьми! Не бери! Возьми! Не бери! Пусть возьмет! Нет! Да! Нет! Да! Она должна взять! Thank you.
готовились? Доброго времени суток, дорогие телезрители! С вами программа «Всемирно неизвестные знаменитости». И сегодня у нас в гостях представитель новейшего института НИИ ПГДФ. Здравствуйте! Здравствуйте! Не могли бы вы поподробнее рассказать про свой институт? Чем занимается ваше учреждение? Вот знаете, наш институт занимается дискретной логикой, нелогической системой. А вот нашим телезрителям стало интересно, а что необходимо для поступления в ваше учреждение? Знаете, у нас достаточно всего лишь хорошенько помыть полы и почистить 5 килограмм картошек. А какие дисциплины присутствуют в вашем институте? Мы занимаемся высшей математикой, считаем буквы в книжках, считаем кольца в деревьях, ловим комаров, а потом отрываем им крылышки. Любим по утрам иногда побыть с червей. И... А чем вы занимаетесь в своем институте? Вы знаете, я преподаю все эти очень важные науки. Ну все, спасибо за интервью.